Вот сейчас, после того, как ты прошел через этот ужас, через эту болезнь, что бы ты сказал себе там 3 месяца назад, когда вот думал вакцинироваться? Да мне просто нет, я ждал, я сам хотел. Я просто хотел Чумакову привиться. Ну, все Чумакова, Чумакова, все-таки разговор идет, а все-таки они и детские, эти, от, ну, от гриппа. От гриппа, от всего, в общем, прививки все эти институт Чумакова делает. Я думаю, дождусь его, но не дождался. А надо было привиться мне раньше и все. Вот у меня, например, друзья, которым уже больше 69 лет, 60 лет знакомые, в общем, даже с лишним, они все привились, все дачники, все нормально ходят. И мне надо было, просто я тянул, видать. Лучше, конечно, надо было, но теперь поздно говорить об этом. Но ничего, на будущее, через полгода я все равно это сделаю уже, как у меня антитела начнут кончаться, как врачи сказали. Я все равно привьюсь уже все.